Дорогие, я хочу сегодня кратко просто сказать вам, послушайте, прежде всего вы должны знать, то, что хочет дьявол, чтобы мы были под давлением обстоятельств, чтобы мы были под давлением определенных ситуаций нашей жизни. И, возможно, сейчас ты находишься под давлением ситуации, под давлением определенного обстоятельства твоей жизни. И ты не можешь найти из этого выхода. Но то, что хочет Бог и чему нас учит Библия, это доминировать. Скажи со мной слово «доминировать». Ты должен научиться доминировать. Доминировать в то время, когда сатана хочет доминировать над тобой. Когда сатана хочет доминировать и подавить тебя как личность. Многие люди, они внутри подавлены дьяволом. Они внутри сокрушены. Не в хорошем смысле, они сокрушены. И дьявол просто топчется, то есть он давит на них, он создает свои мысли, образы в их голове и создает давление. И человек находится в этом давлении определенное время. Это может быть служитель, это может быть человек, который знает Бога. Но послушайте, сколько бы мы ни были верующими, мы должны всегда учиться, учиться одному. Это выходить из-под давления и доминировать. Бог хочет, чтобы ты был над давлением. Скажи, над давлением. Бог хочет, чтобы ты научился этому. И я хочу тебе сказать такую вещь, что посмотри, когда ты только приходишь к Богу, Бог творит много чудес в твоей жизни. Так всегда и у каждого. И когда сатана бросается на тебя, Господь, Он вступается за тебя. И Он защищает. Он защищает тебя, Он оберегает тебя. Как только дьявол к тебе подходит, как будто бы сам Иисус бьет ему в зубы, и он отлетает, и ты чувствуешь эту благодать. Скажет кто-то аминь на это. Но потом проходит время, и вдруг каждый человек одинаково, все, он переживает, как он называет, пустыню. И что происходит в этот момент? В этот момент, друзья, который кажется нам неприятным, происходит на самом деле самое важное для нас. Бог начинает нас учить. Мы начинаем взрослеть. И когда очередной раз приходит дьявол и пытается тебя атаковать, и ты начинаешь молиться, «Господь, помоги мне, дай мне ответ». И в этот момент Бог молчит, и Он не приходит. И ты в недоумении. И это первое испытание всегда в нашей жизни. И мы должны научиться чему-то в этом испытании. Но Бог не приходит, и Он не защищает тебя. И в этот момент Бог что-то хочет. Он что-то хочет от тебя. И Он хочет, чтобы ты сам, имея власть от Бога, изгнал дьявола. Чтобы ты сам, находясь под давлением, встал, пробился. Чтобы ты сам поднялся, вышел из-под этого давления и подавил дьявола в своей жизни. И по мере твоего взросления, испытания, и эти моменты в твоей жизни бывают все сложнее. И то, что для тебя было испытанием, возможно, 3 года назад, сегодня ты, если ты аналитик по своему складу ума, ты вспоминаешь и думаешь, разве это было испытание? Но вспоминая свое состояние в то время, тебе казалось, что это самое большое испытание в твоей жизни. Кто-то скажет аминь на это. И Бог развивает твою веру. И Он хочет, чтобы ты научился пробиваться сквозь давление. Поэтому очень часто в нашей жизни есть моменты, когда люди говорят, я не знаю, что со мной. Но такое ощущение давления со всех сторон. И апостол Павел, он говорит об этом, когда вы читаете его послание. Он говорит, извне нападение, внутри, кто помнит слова эти? Страхи. И извне нападение, внутри страхи. Это называется давление. Когда внешне начинается давление на тебя. Но мало этого, если бы ты чувствовал внутри себя хорошо, то ты бы не реагировал на это. Но вдруг внутри начинается давление. Приходят плохие мысли. Тебе плохо. Как будто со всех сторон не один дьявол, а много бесов кусают тебя, пытаются укусить тебя. И вы знаете, бесы – это как гиены.
Это как эти шакалы, которые стаи нападают на тебя и со всех сторон пытаются укусить. Бог смотрит. Он говорит, ты должен научиться побеждать. Потому что мера доверия Божьего тебе, она всегда будет зависеть от того, что ты можешь победить. Амен. Многие люди говорят, я хочу помазания. Многие люди могут молиться. Послушайте, в нашем служении множество людей, все пастора практически могут молиться. Любой человек может выйти на сцену, здесь атмосфера. Он начнет молиться, и помазание будет действовать. Это очень здорово. Но уровень твоего служения, уровень того, что Бог тебе доверит, всегда будет зависеть не от этого, а от того, что ты можешь победить. Потому что придет дьявол, и он обязательно нападет на тебя. И в этот момент Бог будет смотреть. Ты умеешь пробиваться сквозь это. Ты умеешь побеждать дьявола. И Писание говорит, юноши, вы победили лукавого. Так говорит евангелист Иоанн. Он говорит, юноши, вы победили лукавого. Вот этот момент победы лукавого, он самый, самый важный в твоей жизни. Ты должен сегодня это осознать, что тебе необходимо... Брат, сестра, пастор, все, кто смотрят нас по телевидению, послушай, нужно знать, что моменты давления – это ключевые моменты твоей жизни. Это неплохое время на самом деле. В это время нельзя принимать плохих решений. В это время нельзя никаких решений принимать, которые связаны с отступлением, которые связаны с поражением. Нельзя принять плохих мыслей о себе ни в коем случае. Ты должен в этот момент в тайне души слагать правильные мысли, вспоминать, что говорил тебе Бог, вспоминать, что ты слышал от Бога в самое лучшее время, вспоминать обетования Божьи. Вы меня все слышите? Теперь послушай, чтобы пробиваться и побеждать дьявола, нужно самое главное – уметь активно молиться. Есть молитвы, без которых вы никогда не сможете победить дьявола. Это молитвы прорыва, это молитвы брани, молитвы войны, духовной войны. Когда вы начинаете молиться, вы молитесь на языках, но самое главное в этих молитвах, ты должен достигнуть того момента, когда твой дух, он начнет молиться с Духом Святым. И эти молитвы, друзья, они... имеют сильное отличие. Очень часто в своей комнате, когда я молюсь, и я переживал давление, послушай, что я знаю? Первое, если вы записываете, записывайте. Первое, самое главное, сила исповедания. Ты должен исповедовать, кто ты такой во Христе Иисусе. И ты должен в момент, когда сатана пытается раздавить тебя, доказать тебе, что ты никто, что у тебя нет будущего, что ты грешник, что он с тобой расправится, что у тебя ничего не получится, что Бог тебя не поддержит. Запомните, друзья, мы скрываемся во Христе Иисусе. Наша жизнь, Писание это говорит, сокрыта во Христе Иисусе. Ты должен осознать, тебя больше нет. Ты умер вместе со Христом на кресте. Амен. И теперь ты воскрес для новой жизни. И о тебе речи нет. И ты начинаешь исповедовать. Что ты должен исповедовать? Писание говорит, что во Христе ты праведник. Во Христе ты сильный. Во Христе ты помазанный. Когда ты видишь свои ошибки, когда ты видишь, как дьявол на это давит, в этот момент исповедуй то, что говорится в послании Колоссянам, послании Ефесянам, послании Филиппийцам, Фессалоникийцам. Послушай, там говорится, что ты мудрый во Христе Иисусе. Что Бог дарует тебе премудрость. То есть это откровение с неба. Ты должен исповедовать это. Ты должен говорить это от веры. Ты должен начать это произносить. В моменты, когда давление сгущалось. Послушайте, я знаю, когда я говорю о давлении. Послушайте, я знаю то, что еще не знаешь ты. Точно так, когда я смотрю на людей, на великих учителей, я знаю, что то, что прохожу я, они прошли лет 20 назад. И ты должен воспринимать серьезно то, что я говорю сейчас. В этот момент, когда давление, и я говорю, я победитель во Христе Иисусе, вдруг в комнате меняется атмосфера. В одно мгновение все бесы отлетают, потому что бесы боятся не того слова, которое написано в Библии, а того слова, которое звучит из твоих уст.
До тех пор, пока она остается на страницах Библии, но не в твоих устах, это слово еще не работает в твоей жизни. Но когда ты исповедуешь его, когда ты говоришь, ты творишь атмосферу вокруг себя. Аллилуйя! Ты влияешь на обстоятельства. Ты доминируешь. Второе, послушайте. Молитва брани – это очень и очень важно. У меня были случаи, когда я молился, и я заходил в комнату, и я не мог понять, чему Бог меня хочет научить, потому что я молился, и вдруг я ощущал, что помазание не приходит так, как обычно. И я помню, был момент, когда я так молился долгое время, и я не мог осознать, в чем дело. Но я понял, что Бог чему-то меня учит. И в один момент я осознал, что дьявол стоит за этим, что дьявол контролирует сейчас ситуацию. И я сказал: дьявол, убирайся вон во имя Иисуса. Я сказал это с гневом, я сказал это с верой. Друзья, как только я это сказал, сила Святого Духа обрушилась на меня. Когда ты связываешь дьявола, в этот момент разрушаются все твердыни, которые дьявол строил вокруг тебя. Ты должен знать, что молитва брани – это очень важный момент. Очень часто люди не понимают разницы между тем, когда нужно просить Бога и когда нужно изгнать дьявола. Это разные вещи. Точно так, как разные вещи, когда есть проблема у человека с характером или когда есть у человека проблема с влиянием демонов. И когда есть моменты, человек должен молиться Богу в этот момент и ходатайствовать, но он не понимает. И он просто делает что-то другое. Возможно, он в этот момент пытается изгнать дьявола. Нет, друзья, нужно распознать. Нужно распознать, что тебе нужно делать в твоей молитвенной комнате. И как только ты чувствуешь, это есть водительство Духа Святого. Ты чувствуешь, Бог ведет тебя в ходатайство. Как только начнешь ходатайствовать, сам Бог одобрит это. Ты почувствуешь, как влияние Духа Святого пройдет через тебя. Скажи на это аминь. Но бывает, ты ходатайствуешь, ты молишься, ты просишь, и ничего не происходит, потому что ты должен изгнать дьявола. И как только ты изгоняешь дьявола, или из определенной ситуации, или из определенных обстоятельств, или из твоей комнаты, когда приходит давление, изгони дьявола. Начинай воевать. Следующее, третье. Когда ты молишься в молитве на языках, ты должен прийти в момент, когда есть такое понятие – духовный крик. Когда ты начинаешь молиться очень громко. Я хочу тебе сказать, эти молитвы открывают твой дух. И когда ты начинаешь кричать в духе, приходит момент, когда буквально вокруг тебя падают иерихонские стены. Ты должен научиться кричать в духе. Многие люди, они очень сдавлены, они сдержаны, они закомплексованы, они имеют какие-то традиционные понятия о молитве, которые их контролируют. Они очень боятся того, как на них посмотрят люди. И это есть проблема, через которую бесы контролируют человека. Мы должны разобраться с этим в нашей жизни, насколько только мы можем. И мы должны научиться молиться так, чтобы прорваться. Скажи аминь. Потому что именно это и тебе и нужно. Тебе не нужно мнение людей. Тебе нужен прорыв в твоей жизни. Тебе нужен прорыв. Когда будет прорыв в молитве, ты сам обнаружишь, что невозможное становится возможным. Потому что мы, Божьи люди, мы посягаем на невозможное. Вы знаете, что мы ограничены в своих телах, но в нас Бог вложил четвертое измерение. И посредством этого четвертого измерения мы можем входить в сверхъестественные сферы и делать невозможное вместе с Духом Святым. Мы должны это понимать сегодня, каждый из нас. Но если мы не научимся проходить сложные моменты, давление, если мы не научимся молиться молитвой брани, если мы не научимся духовному крику, вы знаете, почему на войне люди кричат? Это духовный акт, чтобы вы знали.
Это духовный акт. Чтобы вы знали, люди, которые кричат, очень часто кричат на войне имя своего Бога. И это духовный акт. Когда ты научишься тому, о чем я сейчас говорю, иметь этот прорыв в трудное время, ты откроешь для себя новый уровень жизни. Новый уровень хождения в Боге. Потому что Бог не ограничен. Ты скажешь на это аминь? Бог не ограничен. Но Бог в твоей жизни даст тебе только то, что ты способен выдержать, что ты способен вынести. Очень часто люди, они думают, что жить в благословении – это легко. Нет. Жить в благословении – это определенный вес. Это определенный вес. Когда ты в благословении, когда на тебе ответственность, ходить в этом, ты должен иметь способность. Вот почему очень часто к людям что-то пришло от Бога, но они не смогли это удержать. Бог открыл людям двери. Открыл человеку дверь, но человек не смог войти этой дверью, потому что его мышление еще старое, потому что его духовные силы очень слабы. Сегодня я говорю конкретно о том, что ты можешь научиться побеждать дьявола. Ты можешь научиться проходить давление. Ты можешь тренировать себя в этом прямо сейчас. Ты должен знать, что ты должен доминировать. Ты не должен быть под давлением. Когда идет борьба, в этот момент, знаешь, решается судьба человека. Вот когда ты находишься в искушении, когда ты находишься под давлением, под сомнениями, под атаками, в этот момент на самом деле решается, во что ты сформируешься. И когда все-таки ты прибежал к Богу и победил дьявола, я хочу тебе сказать, в этот момент ты сформировался для нового уровня в своей жизни. Кто из вас замечал, что как только приходит что-то вот хорошее в твою жизнь, всегда вот перед этим обязательно искушение? Скажите, у кого так было, а? Буквально, да, у всех. Вот всегда, вот если что-то хорошее грядет, то перед этим хорошим всегда какое-то искушение, чтобы лишить тебя этого хорошего. И вот ты прошел это искушение, пережил, и потом смотришь, у тебя раз, новый уровень, подъем. У вас у всех это было, правда? Так вот, послушай. Сегодня, если ты сидишь здесь или смотришь меня по телевидению, если ты находишься под давлением, если ты находишься под атаками дьявола, если со всех сторон все сжимается, знай, это твое время выбросить дьявола из своей жизни. Ты должен научиться сейчас правильно мыслить, правильно чувствовать и занять твердую позицию. И ты увидишь, через время ты вспомнишь эти мысли, которые были у тебя сейчас, и скажешь, в самом деле это не было сложно. Просто дьявол, он рисует нам всегда страшные картины. Так, братья? Он рисует страшные картины. Он рисует нам всегда тупик. Он рисует нам всегда безысходность. Когда у меня трудные времена, я заметил, вот у меня одна вещь всегда одинакова. Всегда вот одинаково. Мне всегда Бог говорит только одно. Вот одно буквально. Я помню, когда нам сорвали дворец спорта, и это было, представьте, какой это был дьявольский удар. Потому что я переживал за людей, которые приехали со всех стран в то время. За больных людей, за которых не успели помолиться, которые вообще остались без молитвы, а они ехали, многие под аппаратами разными, под капельницами. Я знал, что Бог, Он хотел коснуться их, но это война, духовная война. Я помню, когда я оказался уже там за сценой, я не мог понять, что происходит. Просто не мог понять. И как всегда Бог мне сказал в духе, это было прямо в духе, Он сказал мне, верь. И я говорю, Боже,
Как верить? Во что здесь можно верить? Он мне сказал, верь, что я с тобой, и верь, что все хорошо сейчас. Верь. И ты знаешь, очень важно для нас, когда сатана рисует страшные картины, когда сатана нас атакует, когда какие-то проблемы, верить, что Бог с тобой. Верить, что Бог все контролирует. Верить, что Он все равно обернет все во благо. Я хочу, чтобы ты сегодня услышал это очень серьезно, запомнил это. Знаете, последнюю мысль вам скажу. Посмотрите, что пишется в 25 главе Матфея. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, с первого стиха, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». И здесь говорится о пяти мудрых и о пяти неразумных. И вот смысл всего этого заключается в том, что когда ты мудрый, то ты каждый день развиваешь свою веру. Ты каждый день развиваешь свой дух. Ты развиваешь свои отношения с Духом Святым. Ты развиваешься в молитве в четвертом измерении. Послушай, ты развиваешь себя в доминировании над дьяволом. Теперь послушай. Когда ты это делаешь постоянно, светильник – это дух человека. Так говорит Писание в притчах. Это дух человека, скажи, дух человека. Это светильник. И вот смотри, когда в нем масло, масло – это помазание, которое является продуктом отношений с Богом каждый день. И вот что происходит. Когда ты каждый день, как эта мудрая дева, наполняешься этим маслом, то когда приходит момент испытания, ты легко его проходишь. Когда же ты оказался в числе немудрых дев, смотри, что происходит. Ты живешь, никаких проблем, никаких стрессов, никаких искушений, ничего такого страшного не происходит в твоей жизни. Но смотри, что потом, когда приходит искушение, это искушение убивает тебя. Это искушение нейтрализует тебя. Это искушение, оно опускает тебя. У тебя нет сил верить. У тебя нет сил правильно думать. У тебя нет сил устоять. Братья и сестры, как сегодня для нас важно осознать, что Бог нас призвал к тому, чтобы мы доминировали над сатаной. Он сказал, что мы должны поражать его куда? Почему тихо так? В голову. А Он нас пятой. Это говорит о том, что мы должны доминировать над Ним. Он нас призвал для этого. Эмэ. Он нас сотворил и призвал, и вложил в нас Дух, и дал нам Духа Святого, чтобы мы доминировали. Но получается, если Иисус объясняет, если ты свой Дух не наполняешь маслом, то получается, спустя какое-то время ты не сможешь доминировать. Здесь говорится, пришел Иисус, и двери затворились. Но образно я вам скажу, пришло искушение, пришли проблемы. Что бы ни пришло в этот момент, ты не сможешь через это пройти. Вот смысл этой притчи.
Здесь говорится о пришествии. Здесь говорится о том, что... Но сам принцип заключается в том, что бы ни пришло, ты не сможешь через это пройти. Поэтому мы с вами здесь. Поэтому мы молимся. Поэтому мы ходатайствуем. Потому что мы знаем, что дьявол неизбежно попробует атаковать нас. Амин? 100%. Но он проиграет. Он проиграет. Потому что каждый из нас, мы учимся. И Бог смотрит на тебя, как ты побеждаешь. И Он говорит тебе, в тебе есть сила. Я тебе сказал, изгоняй бесов, исцеляй больных, проповедуй Евангелие, молись каждый день, делай дело Господне. Давай встанем сейчас. Если ты под давлением, если сегодня в твоей жизни какое-то давление, трудное время, злой день, я хочу тебе сказать, значит, скоро наступит очень добрый день в твоей жизни. Значит, скоро наступит хорошее время. И Бог поставит тебя на пространном месте. Он поставит ноги твои на скале. Он унизит дьявола и всех врагов твоих во имя Иисуса. Он прославит тебя. Амен. Так Писание говорит. Господь, благослови, я прошу тебя. Каждого в этом зале, каждого, кто смотрит нас по телевидению, каждого телезрителя, благослови. Будь милостив, Господь. Даруй силы победить дьявольское давление. Даруй силы, Господь, победить все атаки. Даруй силы, Господь. И пусть это работает на благо. Пусть это работает на нас. Во имя Иисуса. 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 Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Во имя Иисуса. За каждого телезрителя молю тебя, Господь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Дьявол, я связываю тебя. Именем Иисуса Христа я связываю тебя с сатана. И я приказываю тебя, убирайся вон во имя Иисуса. Я разрушаю все твои атаки, дьявол. Я разрушаю все твои планы, все твои дела, все твои замыслы, сатана. Я разрушаю именем Иисуса Христа. И я повелеваю тебе, дьявол, убирайся прочь. Во имя Иисуса. Боже, благослови твой народ, благослови твоих детей. Подними свои руки. Благослови твой народ, благослови твоих детей, Господь. Дай каждому из нас процветать, радоваться, торжествовать во Христе Иисусе, Сыне Твоем. Наслаждаться той великой победой, которую Ты даровал на кресте. Даруй нам силы внутри во всякое время победить дьявола, изгнать его и доминировать во имя Иисуса. Доминировать во имя Иисуса. Аллилуйя. Пусть Тебе будет вся слава, вся честь и вся хвала. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя.